Там Шамани. О, Шамани, Курмайор. А оттуда мы спустились с Максом. Вот так вот. Значит, в программе изменения. Вчера отдохнули, все нормально. Но у Макса пятки болят как-то по-другому. Короче, до этого побаливали, а здесь просто, ну, как бы натрагиваешься больно. Он вчера хромал, на ночь помазали мазью, утром стал больно. Выпил обезболивающее, стартанули, прошли 100 метров, он говорит, нет, короче, больно. Я говорю, ну что делать? Встречаемся завтра в Швейцарии, где машина наша стоит. Вот, потом посмотрел, теоретически, если буду идти 10 часов нон-стопа, я успею в Швейцарию прийти за сегодня. Правда, поздно стартанули, в 9. Если бы я знал такое, я в 7 бы стартанул. Тогда точно бы дошел. Но сейчас пытаюсь это сделать. Посмотрим, что получится. Сейчас 51. Набрал 851 метр. Ледничок. Очень близко. Короче, пока темп хороший. Возможно, успею. Мне надо в 6 спуститься в один город, откуда автобусы уходят. Последние 7 уходят. То есть пол 7 надо там быть. Сейчас 11 утра. Уже 1 час я нагнал. Посмотрим, что удастся. Так, 2 часа в пути. Еще целых 8. Нон-стоп. Я думаю, что можно справиться. С хорошим темпом держать. Ничего не произойдет. Пока радио все нормально. Но горы немножко скрыты облачками. Вся красота скрыта облаками, блин. Что поделать, а? Ладно, вперед, вперед. Вид, конечно, фантастический. Опять эти ледники. Очень красиво. Но, к сожалению, сегодня не могу наслаждаться ими, как хотелось бы. То есть идти, спокойно садиться, смотреть в бинокль, пить водичку, надо бежать. Но все равно очень красиво. И день выбран правильно. С хорошей погодой нужно. Вон облачка наверх уходят. Сейчас вообще все будет видно. Ладно, надо бежать. Красота неописуемая. Ледники просто вон на вытянутой руке. Очень красиво. Но бегу, бегу. Можно, то есть по карте получалось типа, ну, типа 10 часов. И когда я смотрел, было 9. И последний автобус уходит в 9. То есть как раз время было впритык. Значит, что нон-стопом надо бежать 10 часов. Можно успеть. Если не успел, вторая опция — такси вызвать. Так что план Б, короче, такси. Но постараюсь успеть. Короче, за 3.31 поднялся до хижины, где люди, которые вышли вчера ночевать,
собирались ночевать. Следующая хижина через 2 часа, а потом перевал, с которого мне только спуск, через 4. Итого я прошел 3.20, еще 4 часа будет, ну если я чуть-чуть успею, допустим, будет 7, да? 7 часов пути, и оттуда длинный спуск. Ну даже если он будет 9 часов, то я в 6 часов вечера приду в эту деревню, откуда последний автобус уезжает там в районе 7. В принципе, успеваю, но это, конечно, хардкор будет. То есть еще надо, уже я на 1120 метров поднялся за 3 часа и там прошел дофига. И еще нужно будет 1000 с чем-то набрать и спуститься. Блин, конечно, это никакой не кайф, так не надо делать. Ну, у нас просто, скажем так, экстренная ситуация. Больной сошел, и ему негде ночевать. Ну, или там езде ночевать. Ну, как бы... Смысл такой, я могу сейчас где-нибудь прийти, часов 5, да, переночевать, чтобы утром за 3 часа дойти вниз в город. Ну, зачем? Если можно сегодня упереться и спуститься уже в город. Ну, по-хорошему, надо было растянуть на 2 дня. То есть идти, садиться, там, в бинокль смотреть. Я бинокль взял. Доставал его считанные разы. Ну, короче, вывод такой. Тренироваться обязательно, тренироваться. Иметь хорошее оборудование и никуда не спешить. Не спешить никуда. Ну вот так вот лечу из всех сил, получается трейл раннинг с тяжелым рюкзаком, но вроде успеваю, красиво, пипец. Как бы мне не туда, по этой дороге, блин, очень не хотелось бы вниз спускаться, туда и куда-нибудь налево, туда, к снегам. Вот так и есть, перевал 2580 метров, а я был на 2180, сейчас на 2000 спустился. Походу, самый низ надо теперь. И оттуда набор. Шайзе. Такая красота здесь. Писик Вилуга. Ну, в Италии жарко. Вспоминаю первые дни. В кофтах ходили, холодно было. Все жарче, жарче, жарче. Утром прохладненько, а потом начинает жарить. Фу. Такая защита, кепка обязательно. Но кепка, которая дышит. Сейчас появилось очень много кепок. Специально для туризма, бега. Они вообще полностью, сетки даже перед. И ячейки такие большие, мягкие. То есть не мнется, можно в сумку бросать. И козырек, знаете, такой пластиковый, двухсоставный. Пополам складывается. То есть она вообще малютка получается. Вот. Напекает, жарко. О. Бегу, бегу, бегу. Все, прощаемся с этим регионом. Сейчас будет Рефуджи Елена. Как сейчас? Минут через 30-40. А от нее 2 часа наверх, и потом 2 часа вниз, все, как бы, я пришел, помою руку. Короче, до подъема на перевал осталось 2 часа, сели батарейки, вверх не могу идти, очень медленно, как черепах, уже почти... 5 часов 6 минут в дороге, без остановки. Где-то через 40 минут будет привал, хижина. Поем там сыру с хлебом. И на перевал. С перевала типа 2-3 часа вниз нон-стопом. Почти 1000 метров скинуть. Но это фигня. Вниз, не вверх. Такие дела. Прям замедлился. Говорю, как наркоман. Воду лакаю. Сейчас будет ручей, налью себе воды.
Еще жара добивает. Конечно, тяжелый день. Уже больше 1500 набрал за 5 часов. И скинул 751 метр. О, такие пироги. Ну, так, конечно, не надо делать. А внизу здесь был такой супер кемпинг. Просто мечта, знаете. Широкий, места хера. Люди сидят в креслах, загорают. Рай, рай реально. Нам так еще не встречались. И время нормальное. То есть, если бы шли медленно, пришли бы туда часа в 3-4. Отдыхай до вечера. Потом следующий день делай короткий. То есть, все по-человечески можно сделать. Если захотеть. Но не сегодня. Зафигали. Короче, пришел в хижине на 200. Быстро сделал пару бутербродов с остатками масла и сыра. Закинул. Минут 10 посидел, ноги посушил. И осталось набрать 470 метров. А потом будет спуск долгий. Суммарно уже 1800 сегодня набрал. Еще 350 где-то метров. Ой. Еле иду, никогда так медленно не ходил. Что вообще? Выключили батарейки. Усталость всего тела. Ушиб все бабки. Ну ладно. Потом спуск. Ну и как бы все закончится. Поэтому надо потерпеть. Вон вершина, 200 метров. О, короче, уже ноги заплетаются, язык давно уже заплетается. 1941 метр набрал. 200 будет надо. Это Швейцария уже. Вот и все. Конец мучениям. Две сто набора за 7 часов. Очень тяжело. Не повторять не надо. Никакого кайфа. Еще спуск 1000 метров. Ну а реально, возможно, с легким рюкзаком, а не с 15 килограммов или 16. Поздно вышел, но за 7 часов сделал. Так, вниз не вверх. Удается быстро идти, даже немножко бежать. Ноги крепкие, не болят. Спустились уже метров 300. Наверное, еще осталось 600. Пару часов, может быть. Хотелось бы в это верить. Пару часов. Ну, в общем, конец уже близок. И по времени успеваю на автобус. Такие вот пироги. Вот виды какие здесь. Бабочки. Бабочка меня провожает. Хвалит меня. Буду сам себя нахваливать. Очень хочется колы. Прям. Вообще у меня вот просто в мозгу. Я помню, бежал марафон. Жара была страшная. Я не подготовился. Кепку не взял. И, короче, мне припекло. Я пробегал. Закрытый был итальянский магазин. Что-то я там лимонад себе представил. Как я сижу и пью. И прям у меня позывы были. Остановись и иди туда. Иди туда. Иди туда. Отогнал еле-еле эти. И вот сейчас то же самое с колой. Прям вкус ее пузырьков холодных. Ощущаю. Кошмар какой. Вон, хижина внизу, но не буду останавливаться. Буду, пойду сразу вниз. Вот. Такие дела.
Ну все, пока. Ровка. Хорош. Иди покажу. Где? Где? Хочешь? Не хочет. Высота 1900. Мне куда-то вон туда. Туда, туда, туда и вниз. Куда оттуда я спустился сегодня. В красивом месте находится деревня. Так, 3,3 километра по прямой или час до Ла Фоли. Примерно в 6 я там. Ну и все. Есть автобус 6.08, по-моему, есть 7.08. То есть я на оба успеваю. В принципе, план выполнен. 240 набор. 1577 скидываю. Ну, еще 200, наверное, скину, или 300. Вон такой день тяжелый. Если бы чуть раньше начал, можно было так не гнать. И что-то я ступил. Макс говорит, давай мне вещи тяжелые. Я думаю, а если не успею? Короче, отдал ему тапочки, которые весят там 100 грамм, блин. Вот. И наоборот, у него взял еды себе, которая весит 0,5 килограмма. Короче, что-то я тупанул. Надо было вообще все ему отдать, блин. И еще воды налил 3 литра. Потому что я думал, ну как бы резко идти, не останавливаться, не искать воду. Что-то воды сегодня напился, у меня живот болит. Но входила сама, просто хотелось. Организм просил постоянно. И с потом выходило все. Причем дурак, блин, перед подъемом налился полный уже. Он не лез уже в гидратор. Я еще сам напился и налил. И, короче, пошел на этот подъем, где у меня просто батарейки сели. Я пер, как, скажем так, как другие прут. Голова вниз, да, вот так, в песок идет, ни с кем не здоровается практически. Есть такие... Реально. О-о-о-о. Кто-то постарался. И не один раз. Но очень круто. Такие длинные есть, высокие, на трех камнях. Я только первый раз вижу. Очень круто. Сори, рука дрожит. Короче, все, внизу городок, с которого у меня стартует автобус. Осталось идти 15 минут. И я приду без 15:06. По-моему, 6:08 автобус. Так что есть шанс на нем уехать. Было бы очень хорошо. И тогда программа просто, то что максимум, она выполнена полностью. Деревушка, конечно, сказочная. Тишина, подъемник лыжный есть, ледник свой, горы свои, вообще, с ума сойти. Очень. Ну что, все прошло, как планировалось, даже лучше. Удалось выгадать 1 час, уехать на предпоследнем автобусе.
Что интересно, он же доехал до одного города, до конечной, там поменял номер, то есть мне выходить не пришлось. И привез меня прямо к машине. Я хотел раньше выйти, потом на картах посмотрел. Остановка приходит вот прямо к машине.